Як жінка збила дрон банкою помідорів. В своем новогоднем обращении Зеленский рассказывал массу духоподъемных историй, в том числе и вот эту, про то, как некая украинка увидела летящий дрон, схватила стоящую банку с томатами на балконе и сбила нахуй этот дрон. Ржали тогда над ним очень многие, в том числе и американские журналисты. И вот вчера первая леди Нэнки Зеленская зачем-то решила воспроизвести эту историю в эфире программы «Morning Joe». Утренний Джо. Она находилась там в компании с Хиллари Клинтон и сказала, что только украинские женщины могут сбивать дроны банками с томатами. Кстати, не уточнялось, чей это был дрон, да песня совсем не о том. Но вы знаете, что программа «Утренний Джо» – это непростая программа, потому что ведут ее вот эти вот парочка ведущих, которые просто стебутся над своей сведомой собеседницей, это бывший конгрессмен от республиканской партии, его жена, которая в девичестве Бжезинская. Да-да, она дочь того самого Бжезинского. Zelenska said there are many such stories of defiance and strength by the women of Ukraine. Take a look. One of the women saw a drone from her balcony and hit it, shot it down with a jar of tomatoes. So to shoot down a drone with a jar of tomatoes is perhaps something that only a Ukrainian woman can do. And we have heard a lot of these kinds of stories. And if that inspires, let's believe them to be true.